Текущий политический кризис развивался достаточно долго, поэтому нужно было что-то предпринимать. Пашинян сделал то, что сделать было логично, чтобы не усугублять кризис. Потому он пошел навстречу требованиям оппозиции. Об этом, как передает канал 13 со ссылкой на «Взгляд», сказал директор Института Кавказа Александр Искандарян, комментируя решение Пашиняна о проведении досрочных выборов в стране. При этом политический кризис вряд ли прекратится после проведения выборов, считает эксперт. Результаты проигранной войны от итогов парламентских выборов не изменятся. Плачевная экономическая ситуация сразу после оглашения результатов голосования тоже не улучшится. У Пашиняна, видимо, есть надежда на то, что выборы уменьшат накал политического кризиса в стране, и это в его интересах, добавил политолог. Собеседник «Взгляд» также указал на невозможность спрогнозировать даже приблизительные результаты выборов. Все будет зависеть от тех правил, по которым они будут проводиться, например, в один тур или в два, какие партии решат идти блоком, а какие самостоятельно, продолжил армянский эксперт. Но при любых итогах выборов отношения между Ереваном и Москвой в худшую сторону не изменятся. В Армении просто нет такой силы, которая могла бы претендовать на широкую поддержку народных масс, призывая к ухудшению отношений с Россией, заключил Искандарян.